вами немножко сейчас поговорим о, как бы, ну, о пленэре и о разных техниках, потому что, в общем-то, ну, они достаточно удобны, я надеюсь, что вам видно. Вот, техники, которые просто я очень люблю, поэтому мне вот о них как-то рассказывать интересно. Получается так, что для нас, в принципе, вот зарисовки на улице чрезвычайно нужны и полезны. Вот, чрезвычайно. Потому что, видите, получается какая некоторая несправедливость и дисбаланс. То есть мы большую часть времени, большую часть года, мы когда вот рисуем наши учебные задания, да, натюрморты и так далее, мы, по сути, рисуем то, что мы в жизни почти никогда не будем потом применять. Потому что вот эти ситуации, ну, какие-то предметы на столе, да, она, с одной стороны, отражает, может быть, то, что можно представить, что предметы – это люди, там еще что-то, но вот в буквальном смысле она не очень, как бы, отражает то, что мы будем делать. А какие-то зарисовки на улице, они гораздо больше вероятности, что мы потом это в своих каких-то работах будем это учитывать. Ну и, собственно, самостоятельный жанр, он может быть даже и более, может быть, более востребован даже, чем натюрморт. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, вообще зарисовки на улице в тоне, они чрезвычайно формируют, как бы, наше восприятие, чрезвычайно формируют, потому что мы начинаем в тоне ориентироваться. Все-таки на нас зарисовка того, что стоит на столе и подсвечена настольной лампой, все-таки она немножко условная такая. Мы к ней привыкаем, поэтому на пленэре рисовать надо. Вот, и рисовать можно карандашом простым, это очень удобно, и мы об этом тоже как-то говорили неоднократно, но вот сегодня мы попробуем вот такой техники, которая подходит вообще для очень многих вещей. В частности, она подходит и для наброска. И я думаю, что, может быть, нам даже как-нибудь и на наброски потом, уже в холодное время года, можно собраться тоже вот с такими материалами. Чем эти материалы интересны? Тем, что, беря тонированную бумагу, да, мы как бы сразу погружаемся в некую тональную среду. Вот если мы рисуем на белом, то мы, ну, мы можем линейный дать набросок, да, можем успеть раскрасить, не успеть раскрасить. Ну, то есть в целом белая среда, она несколько условная. А вот тонированная среда получает сразу некий средний тон. То есть получается, что мы сразу попадаем в среду уже некого среднего тона, который нам напоминает жизнь. Поэтому это кардинально другая ситуация. И мы идем от него в белую сторону и в темную. То есть это по-другому, чем мы делаем в основном, в большинстве наших рисунков. Вот это, в этом плане это очень круто, это очень интересно. Это с одной стороны. Второй момент, чем эта техника интересна, то, что это, ну, чрезвычайно демократичный вариант, потому что если смотреть какие-то цветные тонированные бумаги, то они стоят, в общем-то, достаточно хорошо. А крафт – это такой излюбленный материал художников, особенно вот в России. Вот, ну и может быть классический крафт, может быть крафт какой-то там поплотнее, какая-то имитация крафта, ну в целом это все достаточно дешево и сердито. Карандаши мы когда выбираем, то мы делаем вот что, там лежат такие бумажки для того, чтобы пробовать. И мы пробуем и выбираем те из них, которые наиболее легко ложатся. Вот этот момент тоже желательный, то есть те, которые идут без какого-то усилия, без давления, без скрипа. Вот, поэтому стоит, прежде чем покупать угольный и белый карандаш, стоит немножко потратить несколько минут и выбрать, перебрать все, что есть, выбрать те, которые более мягкие. В данном случае я тоже так делал. Причем там лежали, помимо белых бумажек, еще лежали такие пакетики. Вот это было в передвижнике, они тоже вот из подобной бумаги. Я пробовал именно на них, потому что, соответственно, похожая фактура. Дальше. Для нас важна композиция. Композиция. Когда мы выходим на пленэр, она также важна, как и во всем. И хорошо бы, чтобы для нас композиция постепенно, ее важность повышалась. Особенно, когда есть немножко времени помечтать и представить себе свою работу как что-то необычное. Потому что, ну, часто мы забываем о композиции. Но минимум композиционный – это хотя бы начать ключевые вещи помещать в центре, чтобы хотя бы не уткнуться в край по-глупому. Это вот некое минимальное требование, потому что мы сейчас начинаем рисовать, потом мы понимаем, что у нас главное что-то вот здесь, сюда пошли и уже уткнулись, а тут нам, в принципе, столько не нужно. Вот. Поэтому планка максимум – это
подумать, помечтать, представить необычную композицию какую-то найти, но это как иногда как озарение, то есть может прийти быстро, может не прийти. Вот. Планка минимум — это вы выбираете, что в изображаемой вами зоне будет главным каким-то объектом или двумя-тремя главными, и их, конечно, стратегически удобно все-таки располагать в центре. Дальше вы насколько-то развиваете, насколько хотите, но вы уже как бы в ситуации достаточно выигрышной. Вот такой момент. Дальше, как рисовать? Мы вначале что-то легонечко намечаем. Но обычно вот в этой технике мы работаем без ластика чаще всего. Хотя, ну как в любых набросках. Хотя, если есть желание, можно ластиком пользоваться. Конечно же, но не факт, что это удобно. Вот, размечаясь, мы должны не просто сразу начать рисовать, а как-то попытаться себе именно разметиться. То есть прикинуть, где чего будет, где чего сколько будет, сколько мы берем. И, может быть, вот на этом этапе вовремя что-то поменять, передвинуть и так далее, поняв, что, а нет, там вот кажется, нет, вот хочу там чуть левее или чуть правее, что-то крупнее, или наоборот, главное не влезать, давай-ка я уменьшу масштаб, да? Почему это важно? Потому что, попадая на улицу, мы начинаем совершенно делать всякие чудеса, то есть мы начинаем неожиданно почему-то, нормальные, адекватные люди, взрослые, вдруг начинают рисовать вид сверху, как будто они находятся где-то на воздушном шаре. Это совершенно уникальное явление, оно происходит с очень большим количеством людей, и непонятно, как это объяснить. Потому что это не обязательно те, кто долго рисовали натюрморты, просто вот люди начинают, смотрят на дом снизу, да, как обычно, и начинают рисовать виды сверху. Причем каким-то образом они даже понимают, как устроены крыши, там еще что-то. Вот. Потом человек начинает очень сильно париться насчет перспективы. Второй, как бы, вторая ловушка, которая подстерегает. То есть, и проходит 2-3 часа, и ты видишь, что он наконец определился, куда будет сходиться. И уже пора идти домой. Ну вот. Поэтому надо понять, что наброски — это все-таки некий такой динамический, быстрый вид рисунка, который нам, в принципе, не обязательно превращать в некий аналог длительного. Вот. По сути, это просто наброски, но с тоном. Вот. А что нам важно? Нам важно попытаться поменьше накосячить в каких-то ключевых местах, поменьше их проспать, эти ключевые места. Поменьше допустить каких-то грубых ошибок в пропорциях. Но не возводить это в такую догму, потому что мы иначе мы начинаем очень сильно париться, долго мерить, и исчезает динамика. Так вот, получается, что в наброске нужен некий баланс между динамикой процесса, да, потому что это должно быть быстрое действие, оно живое, вот, и тщательностью. От этого немножко может меняться стиль того, что мы делаем. Вот. Поэтому хорошо это представлять в виде некоего центра, как вот камень упал в воду, да, пошли круги. Или, допустим, какая-нибудь карта, да, источник есть, какой-то источник цивилизации, и она постепенно распространяется. Таким образом, у нас может центр несколько лидировать, а периферия постепенно подключаться. Вот по аналогии как раз с неким цивилизаторным импульсом. С самого начала лучше, если мы будем рисовать не одинаковыми линиями. Это очень важный момент, потому что, смотрите как. Ну, мы можем постараться нарисовать лучше, разобраться, или наоборот хуже. Нас может подстерегать тут куча ошибок. Скорее всего, когда мы нарисуем, мы поймем, что нужно было все по-другому. И все эти соображения, они приводят к тому, что мы начинаем очень сильно париться, и любви не остается никакой к линиям. И поэтому по наброскам видно, что мы их стесняемся. А нужно любить каждое свое прикосновение к бумаге. Потому что иначе, ну, ты можешь делать даже правильно, но занудно. Или замучено. Поэтому, несмотря на то, что ты делаешь, будешь делать ошибки, нужно не забывать радоваться. Да? Вот знаете, как вот есть такое выражение, дети есть полезные и вредные. Да? Полезные дети — это которые хорошо кушают и слушаются родителей. Да? А вредные — это которые живут и радуются. Вот. Так вот, это получается некий парадокс, да, который ставит
сразу нас в тупик, что же есть правильное как бы родительство, да, вот, и как нам вообще жить дальше. Но вот смотрите, какая штука. Вот линии могут быть с неодинаковым нажимом. Тогда даже кривой набросок будет смотреться интереснее и живее, чем правильный, но сделанный монотонно и скучно. Вот. Вот такой момент. Представьте это вот каким образом, что у вас есть, допустим, некий свой сайт или портфолио. И там есть раздел графика и рисунки. И он не заполнен. А времени у вас по жизни мало. И если так, то вы не можете делать там афорты, не знаю. Ну, просто вы не успеете сделать много афортов. Поэтому любая ваша почеркушка должна быть такова, что вы прикоснулись к бумаге, это уже сделано на чувство. Вне зависимости от правильности, она уже является собой игру пятен и линий. Так что зритель, он не идет не за правильностью. Но наша правильность абсолютно по барабану, понимаете? Вот здесь есть одна проблема, что если набросков у нас мало в жизни, по жизни, как явление, то академический рисунок, мы же должны людей напрячь, да, академическим рисунком. И они напрягаются. Мы говорим, вот у вас тут неверно. И человек формируется, но он формируется немножко однобоко. То есть у него возникает представление о том, что нужно делать, чтобы нельзя было придраться. Вот. Ну, естественно, что как бы он, так сказать, формируется именно в этих критериях. И он не способен делать что-то быстрое и живое, потому что этих быстрых и живых рисунков у него просто в жизни нету прецедентов. Поэтому очень важно уже где-то на стадии, там, не знаю, прохождения натюрмортов, когда мы подключаем наброски, подключать помимо набросков фигуры человека и портрета, еще наброски, на которых мы можем немножко прийти в себя и сделать приятную какую-то графику. То есть потренироваться, делать что-то быстрое и живое, интересно. Это очень важно. Потому что одна крайность, если человек только делает быстрое и живое, и все, у него всегда кривое, да? И он тебе говорит, ты знаешь, там важно, это же искусство. И тут одна крайность, да? Другая крайность, если все, он вымеряет, высчитывает, но совершенно все это одинаково. Поэтому нужно искать какой-то баланс. Вот смотрите, мы сейчас что делаем? Мы размечаемся, да? Размечаться стараемся сразу же с неодинаковым нажимом, ну и по возможности прикидывая, то есть нам не грозит все вымерить, да? У нас будут ошибки. Сколько можете, отстреливайтесь глазами, где что будет мысленно. Вот. Потом, в конце концов, если мы рисуем вот такими крокозябрами, можно всегда поправить. Потому что мы же не выдаем что-то так вот жестко, четко. Вот. И поэтому мы как бы немножечко мы не так сильно связаны с тем, что мы, может быть, здесь что-то сказал, и все, не можешь поправить, да? Вот. Что касается вот этой игры, получается вот какая возникает проблема, что если мы где-то делаем темнее, где-то светлее, да, то через некоторое время у нас возникает очень много маленьких кусочков, где здесь темнее, здесь светлее, здесь темнее, здесь светлее, здесь темнее, здесь светлее. И они одинаковые, они как рой мух таких, да, они начинают спорить. Получается, что та разница, которая у нас есть внутри одного маленького куска, вот большое пятнышко, линия пошла широкая и посветлее, линия пошла тоненькая, где-то расширилась, линия пошла совсем тоненькая и сильно расширилась, то есть это нарочитая игра, да? Она желательно, чтобы она случилась и в масштабах всей работы. Это сложно, потому что, в принципе, мы видим, что мир, ну, как бы относительно серый. То есть мы говорим, что рисунки не должны быть серые, но на самом деле мы должны признать, что в каком-то смысле мир довольно серый, довольно монотонный. И поэтому мы должны смотреть, что мы можем тут отсюда выцарапать. Если небольшие куски черного, серого и белого, то хотя бы большие куски серого и светло-серого. То есть какая-то игра по-крупному, чтобы вот эти все маленькие штучки, они в игру по-крупному тоже складывались, это вот желательно. Вот, при этом, в общем-то, можно белый тон добавлять на разных стадиях, но можно достаточно относительно рано. Тоже желательно на чувство. То есть вот когда мы прикасаемся к бумаге, уже надо прикасаться с любовью. Тогда карандаш не будет стесняться и будет это делать как бы с удовольствием. Где-то нажать. То есть именно вот дать себе возможность половить кайф от того, как карандаш прикасается к бумаге. Thank you.
вот, где-то можно закрашивать. Когда мы начинаем что-то такое вот закрашивать, важно, ну, для меня лично важно не забывать давать акценты. Потому что если я начинаю много чего закрашивать, я очень легко могу сделать серое и монотонное. Поэтому где-то какие-то ударчики, вот, я должен помнить о том, что их надо сделать. Вот. Может быть, какие-то вещи мы можем себе позволить активные. Кстати, карандаш мог бы быть и жирнее тоже, хотя вроде выбирал. То есть он, в принципе, относительно ничего, он без скрипа, все такое, но мог бы быть и жирнее. Вот, здесь существует проблема некая с белыми карандашами и вообще с этим материалом. Есть проблема дальнейшего хранения. Дальнейшего хранения, она связана с тем, что материалы сыпучие, светлые или белые, или почти белые, их тоже можно, они, как правило, пастельного типа, то есть они могут быть не очень прочные. Вот. Можно закреплять лаком для волос. Но белый от лака для волос темнеет. Черному ничего, он хорошо себя чувствует. Да, поэтому, может быть, брать потом еще проходиться или сразу проходиться каким-то вариантом жирных карандашей. Есть восковые, но проблема восковых, то, что, как правило, они толстые, плохо управляемые. То есть либо мы должны стать любителями постоянно подтачивать, чтобы было острие. Ой, Олег Аркадьевич, а вы акрилом спреем не пробовали? Интересно, а может и нормально? А может быть. То есть надо будет поэкспериментировать. А он может не темнить, да? Ну, я не знаю, мало, надо я попробовать. Не пробовала, я просто спрашиваю, мало ли. Ну, это вот многовековая проблема пастели вообще, всего светлого, да? То, что, ну, как бы, как только мы чем-то закрепляем, мы как бы лачим. То есть получается, что вот то, что мы добиваемся в масле, борьба с прожуханием, то здесь как раз должна быть жухлость. И закрепляя, мы эту жухлость как бы убиваем, да? Поэтому надо поэкспериментировать, посмотреть. Это еще есть сухой лак для всяких профессиональных визажистов и так далее, которые в виде какой-то вот сыпучей штуки лак для волос. Надо все методы попробовать. Вот. Ну, еще вариант файл, да? Вариант файл. Вот. Вариант какие-то жирные карандаши искать, но они просто обычно не настолько белые. И вариант масляной пастели, но просто тогда надо ее затачивать полюбить. Потому что она обычно более толстая и быстро тупится. Вот. В плане каких-то акцентов крупных нужно не бояться какие-то удары давать, да, чтобы вывести свою работу из монотонного состояния. Вот. Что касается темного тоже, ну и белого, наверное. То есть мы когда даем какой-то тончик, да, какие-то вещи мягко, но на каких-то вещах мы нащупываем острие. То есть, в принципе, вот он тупой относительно, да, но на самом деле острие почти всегда есть. И вот если так делать, то можно очень тонкую линию запросто проводить, если его нащупывать острие. То есть, с одной стороны, чтобы была игра, с другой стороны, просто какие-то отдельные штуки, они нам нужны, ну, все-таки более-менее четкие. То есть все пушисто нам не совсем не нужно. Вот, ну, тут можно какую-то суету там создать. Городскую там какие-то штучки. Так далее. Вот, есть карандаши, которые не угольные, просто черные. Или просто темные. Вот, ну, они мажутся, хотя нет, тоже мажутся, то же самое, да, а я думал, они мажутся. Могут быть более такие карандаши, более жирные. Вот это тоже мажется, но не так сильно, как уголь. Вот, поэтому, но с другой стороны, угольный очень удобно ложится, если действительно мягкий угольный карандаш. Поэтому получается, что мы, приходя за вот этими двумя, как бы, тонами, да, за черным и за белым, мы должны на бумажках их проверить. Вот. Композицию можно двигать от себя, если мы понимаем, что и желательно, если мы понимаем, что что-то можно как бы
интереснее закомпоновать, что что-то нам нужно, а оно, допустим, далеко, и между ними какой-то большой скучный кусок. Естественно, мы можем ее от себя всю немножко варьировать. В этом наше преимущество при работе на пленэре перед фотографом. Деревья, ну вот какими-то крокозябрами такими надо делать, потому что деревья, конечно, нас вначале обычно ставят в тупик. Нас, привыкших к геометричности, мы не понимаем, как к нему подступиться, к дереву, что это вообще за явление такое. Вот, ну вот посмотрите, в принципе, вот ствол с ветвями, вот уже можно давать игру, то есть где-то тонкая, где-то толстая, где-то светлая, где-то темная, да, чтобы они были разные. То же самое здесь. Конечно, без опоры нам тяжело, поэтому хорошо все-таки научиться как-то минимально опираться. Ну, не полной, конечно, тыльной стороной, а именно каким-то участком. Но, в принципе, видите, здесь немножко другие критерии, то, что мы на набросках, кто нам вообще говорим, чем в длительном академическом рисунке. Потому что мы привыкли, что тушевка – это плохо, что нужен штрих. А вот здесь нам штрих, такая классическая штриховка, да, нам она вообще не нужна. Ее некуда применить, разве что в виде отдельных линий, которые можно считать штрихами. А вот именно тушевка, то есть некое намазывание, причем именно с удовольствием, то есть успевая заметить, какой кайф от того, что материал просто идет об шершавую фактуру, успевая заметить, что это само по себе красиво. Возникает тогда вопрос, а почему же, собственно говоря, мы в длительных рисунках все это не можем делать? А проблема только в нас, в нашем обучении, потому что потом от длительных рисунков у профессионалов остаются только наброски. И там уже в основном парад разных техник. Почему же мы вначале делаем все вот эти длительные заштрихованные студии? Потому что мы не можем, к сожалению, сразу попасть. С одной стороны. С другой стороны, вот эти длительные академические рисунки во многом сложились под воздействием техники афорта. Что у меня, что ли? Под воздействием техники афорта. Просто было очень популярно афорты, ну и сложилась как бы штриховая такая техника. Вот. Такой момент. То есть, если мы посмотрим с вами на Возрождение, там нет длительных штриховых рисунков. А вот если мы посмотрим уже 18-19 век, да, но потому что подработка для художников в основном была в делании афортов. Ну, а афорты, они все штриховые. А можно такой вопрос? Вот если я рисую большой натюрморт на крафте, это тоже не обязательно его штриховать? Можно? Абсолютно. Ну, типа тут такой набросочный. Вот да, он просто должен красиво смотреться и... Ровно. Конечно, красиво. Есть проблема замучивания, потому что все-таки мы не можем там работать бесконечно. Хотя мы, наверное, должны научиться выкручиваться из абсолютно замученных ситуаций, когда уже все затерто, все равно где-то дать акцент, где-то жирно еще намазать. Просто вот этими материалами сложно штриховать что-то, да, там. Ну, штриховать, наверное, можно ради интереса, но в целом там штрих не очень нужен. Да. Более того, вот этими материалами очень здорово их комбинировать с темперой и с сангиной, и можно посмотреть работы глазуновцев, там, где у них буквально постановки с фигурами костюмированные. То есть там есть несколько работ, которые они там часто публикуют из давних фондов. Они безумно красивые. Вот. Поэтому я думаю, что крафт вообще в дальнейшем, ну вот, например, монументалисты постоянно на крафте отрисовывают картоны, да, увеличенные какие-то. То, что они будут потом передавливать. Крафт вообще нужно освоить как такой вот материал интересный. Вот. Но какая-то суета там городская, она, знаете, мы ее не вырисовываем, мы создаем некие отголоски. То есть это некий такой, как будто ты впадаешь в какой-то такой, ну не то чтобы в транс, а ну как бы в ритм, что ли, этого города, и передаешь скорее впечатление вот это вот козявочками. И вообще, в принципе, техника рисунка такими козявочками, да, она вот такими вот штучечками. Когда такое ощущение, что у тебя что-то случилось с рукой. Когда по телефону разговариваю, так все время. Вот. Она достаточно универсальная, она подходит для практически для изображения фактур, ну почти что любых материалов. Интересное такое явление.
Просто они могут немного меняться. Те же самые камни, которые на нас идут, да, лучше, если они будут там играть, допустим. Да? И поэтому очень в этом плане подходит практически все, кроме ультрасовременной архитектуры, которая гладкая. Вот там по стилю немножко другие материалы лучше. А которая уже немножко пожила архитектура, она уже вся шероховатостями обрастает, и поэтому ей такая вот шероховатая линия, она очень идет. Трава, она, соответственно, вот тоже она вот так. Там какая-нибудь кора дерева, тоже, пожалуйста. Причем это все можно отработать на простом карандаше. В принципе, ничего не меняется. И главное, что мы, по сравнению с длительными рисунками, мы совершенно другое у нас представление о линии. То есть линия, она может быть и вот такая, и постоянно меняться, и играть. И то, что она, понимаете, нужно понять, что она сама по себе красива. Вот этот момент. Вот, когда мы нажимаем, надо нажимать не одинаково. Вообще, когда проводим, желательно проводить не одинаково, чтобы была игра. Потому что, когда мы ведем одинаково деревянной рукой, то, конечно, мы вводим очень много монотонности. И мы потом недоуменно смотрим и думаем, а где же тут взять красоту-то? А красота, она, по идее, как раз вот в игре. Поэтому не нужно делать все равнодушно и скучно одинаково. То есть получается, что ты проводишь линию, ты уже должен нести игру. Это могут быть резкие ударчики такие. Потому что человек начинает разбираться с перспективой, и ему как бы не до этого. И он говорит, сейчас разберусь пока, а потом внесу игру. А потом он уже все замучил. И когда надо игру вносить, он сам создал настолько скучное нечто и монотонное, что ему уже тяжело это переломить и внести игру. Вот в этом проблема. Поэтому получается, что игру надо вносить с самого начала. Но опять же, все хорошо в меру. Он у Сани, у него не скучно, но у него сейчас что-то с перспективой. У Ахназарова? Ну, конечно. Но у него очень активные такие работы, резкие. Зато у него живопись какая-то, понарисует. Так, но у него активные, да, активные работы. Ну, да, да. Но там немножко другая, да, другая техника чуть-чуть. Ему его тоже надо. А ну вот его нет сегодня с нами. Зря, сейчас мы его пообсуждаем во вроде. Да, да, да. Может, ему стыдно станет. Почаще станет. Надеюсь, он на нас не обидится. Нет. Да. Но тут надо кого-то ввести, наверное, потому что скучно. Вот пускай будет дядя с собачкой, там как-то он идет. Хотя он маленький получился, больше. Слишком большой получился, да? А где у него собачка? Ну, может быть, это дядя Степа. Помните, был такой дворец? Да. А может быть, тут еще идут маленькие. Там голуби еще ходят. Голуби. Вот за ними идут голуби, свита из голубей. Они подбегают и говорят, здравствуйте. Вы принесли, да. А вот, смотрите, ласточки, да? Такое ощущение, что ласточки. Да, ласточки. Вот какие-то, в общем, что какие-то объекты в небе. Жалко, самолеты перестали летать, надо было их сразу тут ухватить, пока летели самолеты. Самолет на месте. Они низко летали, сейчас польет. Да. Причем обычно ласточек не видно. Ты думаешь, где же ласточки? Перед дождем они как появляются, вылупляются. Это можно поднажать. Конечно, чем больше мы жирно, то тем больше как бы смысла потом закреплять, естественно. Вот. И когда идем домой, там надо смотреть, чтобы поменьше было такого вот явления. Вот этого.
когда засовываем особенно куда-то там. Потому что потом мы приносим, за счет подвижности этого элемента, мы приносим уже домой не те работы, которые были нами нарисованы. Поэтому если хорошее, то можно делать как? Можно с собой носить там наготове файлы какие-то, да, и сразу туда. Некоторые, не отрывая, задевают файлы прямо на вот это. Так, ну вот где-то акцент какие-то мы даем. Сейчас, наверное, чтобы долго вас не томить, расскажу про линеры.